В Ульяновской области развивается не только ветроэнергетика. Уже в этом году в Мелькесском районе компания Solar Systems начнет строительство двух солнечных электростанций, установленной мощностью 19,5 мегаватт. Компания намерена уже к осени прийти на территорию региона и начать строительство станции. И вся генерируемая электрическая энергия будет подаваться в единую энергетическую систему Российской Федерации. Зеленая энергетика – это возможность повышения конкурентоспособности региона на мировом рынке технологий и инноваций. Для развития данного направления в Ульяновской области планируют открыть несколько модульных лабораторий для студентов. Одна из них заработает на базе технического университета. В перспективе, если мы с коллегами найдем точку приложения, которая будет связана с инжинирингом, то потенциал технического университета можно всегда использовать для того, чтобы делать проекты по энергосбережению совместные, потому что здесь есть местный персонал. Это вопрос дальнейших уже переговоров и развития. Кластер отрасли альтернативной энергетики в регионе существенный. Функционируют два ветропарка, работает уникальный для страны завод по производству лопастей для ветроустановок «Вестас». К 2030 году доля установленной мощности объектов на основе использования возобновляемых источников энергии должна составлять 30%. Зеленая экономика будет важнее и важнее не только для России, и для Европы. В России есть потенциал быть мировым лидером в этом области. Нам в Европе понадобится вот эта зеленая энергетика. Значит, в дальнейшем производство не только для страны и, может быть, для экспорта. Сегодня отрасль возобновляемых источников энергии на территории Ульяновской области – это свыше 10 компаний, которые поставляют компоненты, сырье, оказывают услуги по проектированию, строительству, подготовке кадров. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.